я очень рада за Киру, просто собачье княжество все так преподносит, типа, блядь, Кира молодец, и остальные говно. Грубо говоря, типа, никто не изменился, но, извините, у нас столько денег нету, блядь. Я бы тоже очень дорогие подарки бы делала ребенку, да, если бы у меня была финансовая, да, возможность. Я никого не обесцениваю, что за бред? Кто сказал, блядь, что я нюхаю или бухаю? Мы выпиваем все, блядь, в целом. Но мы, блядь, все работаем над собой. Я вот худею, Амина, блядь, худеет. Лера, блядь, худеет. Я вижу, как они кушают и как они питаются, блядь. Извините меня. Мы что, не работаем над собой? Мне просто обидно за других девочек, да, которых вот так вот, типа, в отличие, блядь, от некоторых. Что за бред, блядь?